Всем привет! Ну вот, наконец-то я приобрел патрон себе на токарный станок четырехкулачковый. Вот. Патрон от компании Harvey Rus. Там много у них вариантов всяких. Вот, но я выбрал себе вот на 95 миллиметров. Адрес сайта будет в этом, в описании. Так что, кому интересно, посмотрите. Нормальный патрон, все отлично ходит. Но здесь одна есть тонкость. Касается всех патронов токарных по дереву. Дело в том, что посадочная резьба у них, как я понял, 33 миллиметра метрическая. Значит, шагом 3,5 миллиметра. Станки бывают разные. Вот у меня, например, шпиндель, резьба 1 дюйм, 25 миллиметров. Есть на 18 миллиметров, есть на 33. Вот. И мне пришлось покупать еще адаптер для него. Стоит он недорого, и найти его не проблема. Но об этом надо будет заранее позаботиться. А во всем остальном все хорошо. Также вот накручивается. И все, можно работать. Так, ну, будем теперь пробовать с этим патроном точить шары, которые я в первой части показывал, как это делается на своем приспособлении. Здесь немножко мы усложним задачу, будем не только шары точить, но и чашки, как я планирую. Вот заготовочка, интересное дерево, похожее на ясень. Это я сам в лесу выпиливал давным-давно, в Волгограде еще. По плотности чуть меньше, чем у ясеня, но рисунок очень похожий. Как называется, точно не знаю, никто не знает. Но растет его очень много у нас там, росло. Все замечательно. Приступаем. Так, приспособление стоит. Вот, краю заготовки. Будем точить сейчас полушарие. Вообще-то планирую делать чашу, пиалу. Начнем с внешней стороны. Ну вот, снаружи ободрали. Здесь пришлось поработать ручным резцом, отрезным немножко. Вот, ну вот, некоторую форму пиала приобрела. Теперь, значит, внутренней части будем обрабатывать. До этого мы делали выпуклые поверхности. Чтобы сделать вогнутую поверхность, для этого
приспособление смещаем от края на какое-то расстояние, на радиус предварительный, и поворачиваем пресс-сидежку на 90 градусов. И все. И таким же движением выбираем внутри. Все очень просто. Ничего менять не надо. Здесь надо брать понемножку, вот взял побольше, не очень хорошо получилось, но ничего страшного, в принципе. Вот, я забыл сказать, что предварительно я высверлил сверлом, ну, для того, чтобы побыстрее работа была, попроще, чтобы было. Так, продолжаем. Ну, в общем-то, и все. Чистота хорошая внутри. Вот такая вот механика. Кому лень вручную точить, вот точит на таких, вроде меня. Ну, здесь немножко подровняю ручным резцом. Отшлифую, отрежу. И все. Да, мастер токарного дела скажет, что я эту пиалу сделаю в разы быстрее. Я согласен. Но зато здесь идеально сферические формы. Каждый выбирает то, что ему нужно. На этом все. Заканчиваю. С вами я попробовал первый раз делать чашки. Своим приспособлением, в принципе, все работает. Ну, единственное, что некоторые моменты нужно отработать, чтобы это было быстрее. Вот, аккуратней. Так что будем дальше трудиться в этом направлении. А я на этом заканчиваю. Всем удачи, до встречи.